Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить игру Need for Speed High Stakes, Need for Speed 4, для первой PlayStation. Ну что же, в первой серии мы начали с победы в первом турнире на BMW Z3. Ну, в этой серии, естественно, продолжим. Так, вот у нас первый турнир пройден, международный Roadster класс. И сейчас мы приступим ко второму турниру регионального клуба гонки. Немножко странно переведено. Там Racing Club, наверное, было в английском варианте. Ну да ладно. Продолжаем. Машины тут даны нам, видите, Camaro Z28 и Pontiac Firebird TA. Но надо сказать, что машины эти даже внешне очень сильно похожи. Вот. Так, здесь у нас уже 4 трассы, и первая из них у нас в обратку будет. Ну ладно, потихонечку усложняется. Так, автодилер. Но у нас на Камара не хватает денег, поэтому зайдем сейчас в автодилер и продадим наш BMW Z3. Послужил он нам достаточно хорошо. Так, продаем. $27,000, неплохо. Так, а теперь купить тут же. Так, ну, брать я буду Камара. Давайте ему цвет подберем. Какой-нибудь интересный. Даже не знаю. Давайте красный, что ли. Не знаю, красный или вот темный, такой фиолетовый взять. Давайте фиолетовую вот эту возьмем. Прикольненько так. Так, 22 000, у нас даже пятерка останется. Так, покупаем авто. Авто. Вы точно хотите купить этот автомобиль? Ну, я подумаю. Может, вы скидочку сделаете? Так, ладно, приобрели комарик. А давайте... авто, да, и параметры, а нет, не здесь это. Так, улучшение, вот в улучшение зайдем, поглядим, еще сколько. Вот даже можно улучшение купить. Угу. Но покупать мы, конечно, его, вот даже вторую стадию можно купить. Проблема в том, что, по моему вторую стадию без первой не купить. Так, третья 7400. Ладно, я думаю, пока справимся и без улучшений. Тем более, что деньги нам понадобятся в будущем. Опять же, новую тачку покупать и все такое. Так. Ну что, рейс. Поехали. Ух, как он уже серьезно рычит. Прикольно. Так, тут дело в том, что еще... У нас небольшие проблемы случились, и у меня 2 дня подряд не было света, короче, то не было интернета. Интернет вообще, в принципе, на 2 суток, в общем-то, просто тупо отключился. Включали его. Вот. Потому что, в общем, у нас в Приморье беда. Воду отключали, короче. Переменно, иногда даже все вместе. Кстати, комарик тоже управляется не так хорошо. Он, конечно, и валит уже лучше. Но есть уже и проблемы со входами в повороты. В общем, кому интересно, можете просто взять на YouTube, набрать в поисковике наводнение в Приморском крае 2016. Наводнение 2016, или там Тайфун Лайон Рок,
и, в общем, посмотрите, что у нас сейчас творится. Это жесть. Природа нас, видимо, решила просто смыть, короче, с лица земли. И что-то невероятное творилось последние несколько дней. Сейчас вроде бы... Ну, вот сегодня дождь опять был, вот такой же проливной. Не тайфунистый, что ли. Вот. И... Вроде бы как... Ну, отпустило немножечко там уровень воды в реках, чуть упал. Но на 8-10 сентября что-то опять 6 передают, что очередно тайфун. В общем... Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй, вот, видите, уже проблема, чтобы машину поймать. Вот, так что... Хорошо, что еще хоть так. В принципе, наш город не так сильно пострадал, как и регионы, и села, или города наши. В нашем регионе, поэтому мы еще, в принципе, достаточно легко отделались. У нас всего-то, ну, на въезде в город, там... Ерунда. У людей вон дома уплывали, а у нас ничего, мосточек. Так что вот такие дела у нас творятся. You're in third place. It's the final lap. Что? В срезочке обогнал. Типочка. Да, кстати, еще у меня хорошая новость есть. Так сказал, еще хорошая, как будто про наводнение это первая была хорошая новость. В общем, есть у меня и хорошая новость, скажем так. Сегодня, как интернет появился, собственно говоря, зашел на YouTube, посмотрел, что там комментариев уже достаточно много оставили к первому видосику. Первой серии прохождения NFS. И среди них было сообщение с адресочком, откуда можно скачать ISO-шничек NFS Porsche Unleashed. Спасибо большое подписчику, который мне оставил эту ссылку. Я зашел по ней и действительно скачал оттуда ROM, точнее не ROM, а образ Porsche Unleashed. Вот, и он оказался рабочим, ну то есть нормально, все отображается и тормозит. Поэтому Porsche Unleashed быть, естественно, уже после того, как пройдем High Stakes, естественно, бросать я High Stakes не буду ради Unleashed. Вот, так, что еще хотел сказать. А, ну он, правда, на английском языке, но ничего страшного. Собственно говоря, что это гонки, опять же, в пятой части сюжета никакого нет. Поэтому, так, куда это ты поехал? Давай. Ай, вот это плохо было, блин, сейчас не выиграю. Это уже после города финиш, блин, еще и дорога, просто. Вот, и... That's your best lap. You placed third. Эх, третьим это очень плохо. То, что третьими финишировали. Блин, гадский этот поворот. Три города. Three, two, one. Так, ладно. Блин, мне даже немножечко что-то из колеи это третье место выбило. Так, 7900. Хорошо, что хоть сражаться с ними можно на прокачанной тачке. Кузьма, блин. Егор. Так, ну что ж, ладно, продолжаем. Надеюсь, отыграемся здесь на одну трассу еще и больше. Так что... О, а здесь вот, видите, зеркалка включена. Зеркальная трасса. То есть даже повороты, ландшафт, все будет так, как... Вроде бы прямо едешь, но на самом деле там с подвохом. Ладно, поехали. Так, сейчас хоть сразу с третьей позиции будем стартовать. 3, 2, 1.
Так, такой вид, что-то как-то сверху приближается машина. Вот так. А, и, кстати, в Porsche Unleashed, ну, будем его проходить, естественно, на первой Соньке. Ну, как на эмуляторе, да? Вот, и я на самом деле в то время его, ну, когда сам проходил, я его проходил на компе. На компе. И на Соньке-то я в него не играл, по-моему, вообще. Первый раз это было понять. На Соньке. Сегодня так поездил немножко. Так, да, здесь уже, конечно, гораздо сильнее надо на Камаро тормозить. Ну, как мы помним, Камара еще и из Гран-Туризма, он действительно плохо очень поворачивает. Такой длинный локомотив. О, ребята, спасибо, что тормозили мне немножко. И поэтому скорость-то у него, кстати, не намного больше, чем Z3. Но вот за счет того, что он такой вот неповоротливый, конечно, это плохо. Блин, здесь Z3, наверное, было бы проще прокачать и на нем пройти. Но, к сожалению, нельзя так. Везде, в каждом из чемпионатов свои машины пускаются. Так, вот поворот в городе. В правую сторону хотя бы не в обратную едем. Кстати, я вот сегодня опять же в Unleashed поездил и так вот смотрю просто, ну, по первому впечатлению. Ага, трассы-то в Unleashed, они не настолько проработаны, что ли. То есть они как-то там опустошеннее, чем здесь вот High Stakes. Там, по-моему, машинки стали, ну, такие более прорисованные. Ну, за счет этого, во-первых, машин на трассе стало всего 4 одновременно. You're in second place. 6, it's the final lap. Вот, и трассы обеднели в своих деталях. Да, уже, видимо, Сонька первая не вытягивала. И пришлось чем-то жертвовать. Хотя на компе я проходил там, могу, и машин на трассе было больше, ну и трассы такие красивые. High Stakes чемпион, по крайней мере, вот я говорю, на первой Соньке он красивее именно в High Stakes. Окружающий мир, весь точнее, окружающий мир, красивее в High Stakes, чем в Unleashed. Да блин, опять-то совпадка. Он вас дрючит, ребятки. Видите, даже знаки, обратите внимание на знаки, что они отзеркалены там, где ограничение скорости вниз. Блин. Да, мы уже, конечно, не так подаемся у нас. Зараза. Вообще не сбрасывает скорость. Парнишка, ты чё? Навел. Тихо, тихо.
тихо-тихо, да блин, занос сразу уходит. Нехорошо, это нехорошо, вообще нехорошо. Так, второй, да? That's your best lap. Да, как бы тут не пришлось еще и это тачку-то наворачивать. Так, второе место. Его. Там вроде Кузьма пришел. Первый в тот раз. Сейчас по очкам приблизиться должны вроде бы. Не помню. Четырёчка. Да, так бы мы уже на 8 вставали. Еще десятку. Еще и машину достаточно хорошо коцают. Так, ладно, поехали. Кентиак Парк. О, нормально. Он у нас за всяких этих. Просто вперед, хорошо. Юрхам Роуд тоже будет прямо, по идее. Так. Поехали, команда. Третья схватка. Так, третья у нас, третий чемпионат, по-моему, будет с этим. Jaguar DB7 и M3, по-моему, там такие машины, типа, интереснее. Воу-воу-воу-воу-воу! Вот это да! Резко там, конечно, с подляной, блин, прям почти перпендикулярно прилетаешь на трассу. Не двигай. Воу. Йоу. Олигархи. Скучная аварийка. Еще мигалку надо синюю. Бюрить на крышу. Чтобы они вообще прям в стороны разбегались. Вот видите, какой тут этот Need for Speed, что машина это еще, мягко скажем, не самая быстрая. Это уже надо работать тормозом, газом. Это же сейчас, по-моему, к серии Need for Speed вообще не применимо. Что? Нажимать тормоз? Где? Что есть такая педаль? Как-то сейчас, по-моему, так. Тогда нет, тогда все было гораздо серьезнее. Несмотря на то, что аркада. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ху! Чуть было не улетел туда в туннель. Блин. Куда ты там пылишь? Могу завес пускать. Так, сейчас надо аккуратнее. Тихо-тихо-тихо. В повороте тормоз нажал, сразу понесло. Так вот. Так вот, ребят. Сигнал у Z3 тоже был такой повменяемый. Здесь что-то как-то слабенько. Фонарик отнесет. О, чё, чувачок, тоже улетел. И ништяк, вот и тоже ошибаются. Так, вот оба. Вот это, по-моему, как раз и есть этот Егор. Блин, кто имена придумал?
разработчики или... А нет, это переводчики. Кузьма, Егор. Да. Он кричат. Уже при переводе, наверное, придумывали такие. Красота, птички поют, щебечут. Поезда едут вдоль дороги. Короче, местная трасса, едем во Владивосток. Через перевалы наши местные. А чё, пейзажи, в принципе, похож. Ёлки. Скалы, горы. Наши приморские родные места. Так, ну ништяк, выиграем. Хорошо. Ух ты, даже один глаз подбили. Здесь, видите, повреждения тоже модель есть. Но она, правда, такая относительная. Машина только царапается. Разбить ее, конечно, сильно нельзя. Ну и, если заметили, каждый заезд после каждой гонки у нас на ремонт отнимают деньги. Так, топ-тайм, даже в топ попали. О, шестое место. О, да, я тут уже есть, вон, четвертый на Z3. Видите, Z3 машина слабее, но круг... А, круг-то лучше, да? 2.11 на Z3, 2.07. Общее время... А, нет, общее, ну, короче. Общее время, да, лучше на Z3 получается. А, круг быстрее на Камаро. Странно. Странно как-то. Так, ух ты, 2 очка. А, чё, 2 очка всего разница между первым местом и вторым. А, 8-6, да. Плохо, плохо. Вот интересно, сейчас, если мы одинаково с ним очков наберем, как игра посчитает, кого из нас на первое место поставить. Непонятно. Ладно, продолжаем. Так, Дюрхамро, тоже классная трасса. Ну, даже с виду так, не особо прикольный. Камаро. Какой-то такой слишком длинный. Поехали. О, с этого места стартует. Отлично. Главное сейчас не закосячить. Блин, трассы тоже как бы еще и вспоминать надо. Например, Хамро у нас первый раз. Я так ее примерно помню, но могут быть сложности еще и, блин, на этом Камаро. Так вот лучше приезжать. Главное, как он понесся сразу вперед, а? Да, Егорка! Блин, красиво. Дыханул, гад. Нормально, не то что там до первого, еще и второе пошел. Кстати, чем еще High Stakes отличается, что здесь от того встречного движения то нету. Отлично. По-моему, даже под пассивный предыдущий, как бы, версии. Третьей части. По-моему, там встречки были, а здесь вот встречек-то нет. Может, я ошибаюсь, я думаю, я подпись мало очень дал. Может, там нет. В Unleashed тоже нету встречек. Я, если честно, даже не помню, есть ли эти встречки в этом... Как в следующем... А, вот Pursuit 2. В андеграунде, да, там уже были, это слово.
такого набора, как... You're in second place! It's the final lap! Так... Ладно, держимся, не подсветимся. У нас по левой, по встречке. Что творит, а вообще? Конечно, иногда у ботов поведение вообще неадекватно. Как-то он прям боком по трассе ехал. Так, напряженный момент, ребята, очень напряжен. Надо мне свою жопу подставлять. Ай-яй-яй-яй-яй, думал войду, черт. Вот этот поворот, да, он с обманкой, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Все. А, нет, еще не все. А, меня сейчас еще один обойдет. Не-не-не, парень, пошел вон. Нет. Вот это да, вот это FP юрился. Тут, конечно, не было победе уже. Отлично. Блин. Сохранил свое третье место. That's your best lap. You place third. Так, ну ладно, смотрим. Какой-то белый меня обогнал, не знаю. По-моему, он где-то какой-то Гриша. Не. Малыш пятый. Так, ну ладно, второе место, значит, будет в чемпионате. Я вот не помню дальше. Дальше. Ну, тут, в принципе, дальше-то пустят. Тут дело все в деньгах. А, вот, четвертое место сразу заняли в топе, но это не помогло. А первое, смотрите, вообще SLK 230. Это вот который Z3 в первом чемпионате. Пипец. Чё себе топовое время у него. Причём общее время, главное. Не лучшего главное. Так, ладно. Смотрим, что там по деньгам. Ооо, ремонт еще 200, нифига. Так. Да, второе место. 14 тысяч мало, конечно, заработали. А, еще бонус, да. А, ну, Silver Trophy и поздравления, значит, это прокатывает. По-моему, если в тройку не попал, тогда вообще нельзя в следующем чемпионате участвовать. Как-то так здесь. Не помню уже. Так, 31 тысяча. Ну, давайте посмотрим, что там у нас. Так, сохранить. Да, давайте сохранимся. Ну, что-то долго читает карточку. Прям как на Соньке, как будто. Так, сохраняемся. Переписать, да. Окей. Так, ну сейчас глянем, что же у нас там происходит в... Ой, что-то я запутался. Так, один игрок, турнир. Менюшки тоже, гляньте, какие стильные, черт. Прямо игра вот прям так и кричит. Гляньте, какая я вся крутая. Какая я стильная. Так, ладно, следующий смотрим. Вызов суперседанов. Да, DB7, Jaguar и... А, не М3, М5 даже. Так, и что же у нас тут за машина? Точнее, даже цена их. Вау, здесь уже 5 трасс. Так. И автодилер. Купить авто. Ага, Сорокет, да, это Aston Martin, Jaguar,
Так, они все, да. Ух ты, М5 45 стоит. Так, ладно. DB7, Jaguar и М5. Так, а если продать наше с вами авто? Так, комарик 11 тысяч, 42, да, будет тысячи. То есть не хватит на М5, придется Jaguar брать или DB7. Так, ну ладно. Посмотрим тогда. Наверное, тогда Jaguar возьмем. Но это покупкой и продажей автомобилей мы займемся в следующей серии. Вот, потому что в этой серии мы уже купили как бы тачку. Что нам как бы в одной серии барыжничать по два раза? Не стоит. Ладно, надеюсь, что вам понравилась серия. Хоть нам и не удалось выиграть, но а куда деваться, всегда же побеждать. Вот. Ладно, с вами был, как всегда, Скудер. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Все ссылки, как обычно, под этим видео на все. Все, всем пока-пока и удачи. С вами был Скудер. Увидимся в следующей серии.